Первоуральцев приглашают на экофестиваль первых. 13 ноября в рамках одного масштабного мероприятия общественники соединят всем знакомые акции «Утилизация» и «Новая жизнь вещей», а также дополнят праздник программы для детей и взрослых. Это будут мастер-классы по апсайклингу, то есть приданию второй жизни вещей. Также это будет обмен, на этот раз не одеждой, а комнатными растениями, книгами. Ну и самое главное для нас – это первый сбор в этом году в рамках утилизации опасных видов отходов. Прием использованных медицинских термометров, люминесцентных ламп и батареек будет организован на парковочной площадке возле инновационного культурного центра с 13 до 15 часов. Там же активисты общественного движения «Город первых» будут принимать и вторсырье – макулатуру, пластик первой, второй и четвертой категории, металл и стекло. Большая часть собранных отходов отправится на переработку, а вырученные средства пойдут на поддержку Первоуральского приюта для бездомных животных. Горожанам, которые принесут наибольшее количество отходов, вручат призы. Инициатива эко-волонтеров традиционно поддерживает Первоуральский новотрубный завод ТМК. Общая цель – привлечь как можно больше первоуральцев к вопросам охраны окружающей среды и популяризовать экологичный образ жизни. Гостей ждут полезные лекции об экологии, интерактивные игры и даже занятия йогой с профессиональным тренером. Фестиваль состоится 13 ноября в ИКЦ. Начало в 13 часов. Участие бесплатное.